Всем добрый день. Прошедший вчера циклон принес жуткий холод. Дождя как такового не было. Вот. На градуснике 12 градусов, 11. Вот. Так что 15 минут пятого. Тут есть второй градусник, а он что показывает? Ну и он показывает 11 градусов. Вот, так что, что с нашим взятком? Большой вопрос. Степь-то может и будет восстанавливаться после такого похолодания. Ну либо она еще закрыта, там пошла она только спускаться. В общем, жуткие перепады. То плюс 40, то ночами 11 градусов. Вот. Но будем наблюдать, что из этого выйдет. Всем удачи. До новых встреч.